Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале DudaPlay, мы продолжаем играть игру в Хроники Хаоса. Идем на компанию и смотрим, что у нас вот здесь еще. А мертвые земли, пусть не обманут вас иссохшие комья почвы, доклеющие пни. Здесь обитель великой злобы, и ей нужны новые жертвы. Что ж, отправляемся и попробуем победить этих злодеев. Злодеи, в принципе, не сильно и страшные. Попробуем, посмотрим. Хотя, достаточно-таки они и сильные, смотри. Воу-воу-воу-воу-воу, потише, потише. Давай тут используем. Вот, мы тоже сейчас что-нибудь используем. Есть, дальше идем. Офигеть, смотри, наших героев как... Вау-вау-вау, подожди. Нифига. Прям-таки сила у них достаточно-таки мощная. Победим ли мы их? О, они защиту включили, а, гады. Давай, 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 защита. Один герой у нас погиб. Все, есть, отлично. И идем дальше. Здесь нам будет, конечно, сложно. Не знаю, получится или нет. Так, смотрим. О! Это значит, все убил. Прикинь, с одного удара зафигачил нашего героя. У нас осталось 3 героя. Не знаю, получится или нет. Так, одного он съел, гад. Сейчас выплюнет. Все, и делаем паралич. О, отлично, молодцы, молодцы. Хорошо, хорошо. Смертоносный огонь и стрел. Лечимся. И мы победили, ребята. Молодцы. Хорошо. Идем в город, посмотрим. Я хотел зайти на арену посмотреть. А ну-ка, ага, у нас не хватает, да? А ну да, да, не хватает, хорошо. Идем в компанию дальше. Угу. Печать огня. Нечисть, обитающая здесь, отмечена знаком сильного мага. Печально осознавать, что такие таланты служат демонам. Угу. Отправляемся, смотрим. Да. Вот он, демон, которого мы должны победить. Он достаточно силен, но и мы сильны. У нас 5 героев. Давай быстрее этого козленка убивай. Так, что это у нас? Так, подожди. Дальше идем. Включаем авто. И здесь мы применим пламенный покров и смертоносный ливень. Ух ты! Ну, они достаточно сильны. Давайте, ребятушки. Я в вас верю. Во, молодец, герой наш. Стальные небеса. Все, все, все уничтожены. Идем дальше. Вот, и здесь финальная битва с такими вот нашими, наши герои воюют. А смотри, у них тоже получается 5 героев. Давай их уничтожим. Так, у нас есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Все, теперь трое. Ну, мы должны победить, ребята. И даже мы получим 3 звезды. Да, мы получили 3 звезды, отлично. И награду получили, хорошо. Отправляемся дальше. А дальше у нас лавовый разлом. Лавовый разлом уходит к самому сердцу планеты, питая бесконечной энергией легионы врагов. Миллионы врагов. А ну посмотрим, наши враги. Так, со стрелой, смотри, у них 2 стреляющих и один с огромнейшим топором фигачит наших героев. Ну что ж, сейчас мы их уничтожим. Так, первый есть, первый готов, и у нас получается вот этого стреляющего сейчас убьем. Давай-давай-давай, быстрей, кто наносит нам удары. Все, здесь мы включаем авто и попробуем в авторежиме победить. Сразу включаем мы защиту и стальные небеса. О, нормально, смотри. Половину ему уничтожили. Хорошо. Так, все, авто можно отключить. Идем дальше. Все, хорошо. И третий. Ну, третий будет посложнее, я думаю. Ну, сейчас посмотрим. Так, сразу же защита, стрелы и стальные небеса. Вот. Паралич, паралич. Давай быстрее паралич делаем. Вот, надо будет по параличным прокачать еще больше. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, тихо-тихо. Вот, стальные небеса. И мы побеждаем. Побеждаем и получаем 3 звезды. Продолжить. Мы открываем новую главу. Глава 3. Плато Хардана. Плато Хардана. А ну и что у нас тут? Форпост.
Ужасающий смрад стоит близ орочьей заставы. Эти ребята ничего просто... Эти ребята ничего про чистоту не знают. Угу. Сейчас посмотрим. О, вау, нифига себе, какие тут гоблины. О, это с рогатки стреляет, смотри, малыш. Ага, и все на нашего героя, да? Надо будет его вообще прокачать хорошенечко. Да хватит стрелять, алло. Все, готов. Так, дальше, включаем авто. О, какой мощный чувак, смотри. Гоблин. Паралич, правильно, правильно, на него нужно паралич использовать. Так, все, идем дальше. Так, а здесь у нас кто будет? О, какие-то маги. А, смотри, вон наш чувак, кстати. Но он может включить паралич. Давай, небеса, небеса. Ой, нашего сейчас могут убить, смотри. О, героя нашего убили одного. Да, елки-палки. Так, смотри, как он что-то применяет. Какой гад, смотри, какой сильный, а. Убил нашего второго героя. Ой, а да, они всех нас уложили. Офигеть, офигеть просто. Так, мы получили определенные очки. Так, сейчас зайдем. Архана. Смотри, у нас есть новый герой. Архана. Призвать. Ты собрал достаточно камней душ для призыва героя Архана. Берем. Спасибо. Так, надеть, что можем. И, значит, робот-подрывник у нас есть. Хорошо, отправляемся дальше. Так, а ну-ка, будет у нас тоже, это тоже герой будет у нас, смотри, подожди. А, нам нужно выбрать, кого-нибудь убрать, да? Ну, давай уберем вот этого, а эту добавим в бой. Посмотрим, посмотрим, как сейчас у нас будут ребята справляться. Ага, надо будет ее еще и прокачивать, понимаешь? Ну, сейчас посмотрим, что она может... Попробуем, пройдем. Мне этот герой поинтереснее. Смотри, она стреляет. Так, давай, давай этого быстренько убьем. Блин, а все-таки нашего героя этого мочат. Видишь, тут либо одного, либо второго начинает мочить. Так, святилище солнца, подлечимся. Вот. А у этой нашей девчонки что? Какое оружие будет? О! Паралич. Ну, это, конечно, зря вы все выпустили свои... сильные стороны. Так, давай, сейчас посмотрим. Сможем мы их завоевать или нет? Нашего героя сейчас убьют. Да, убили героя, к сожалению. Ёлки-палки. Робот-подрывник. Ой, все, она сейчас скоро умрет. Все, она умерла. Блин, печально, печально. Да, не справимся мы, наверное. Офигеть просто. Да нет, у нас не хватит сил. Ну что ж. Это и можно было ожидать. Ладненько, заходим в предыдущее место. Вот здесь, 3 звезды. Давай попробуем здесь заработать. А эти вот герои, да? Ну давай с ними попробуем. Угу. С этими героями. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, включай своего робота-подрывника. Ну, робот-подрывник у него слабый, слушай. Но она не прокачанная. Она не прокачанный герой. Сейчас пойдем дальше. Паралич включаем. И стрелы. Так, убили героя нашего. Все. К сожалению, так оно и есть. Непрокачанный герой. Он... Особо ничего не дал. Все, умерла девчонка. Не справилась она. Потому что ее надо прокачивать. Пока мы ее не прокачаем, мы ничего не сделаем. И это у нас всего лишь, получается, второй уровень. Злодей. Все, он включил защитку. Надо ее пробивать. Давай, 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 давай. Есть. Идем дальше. Но мы уже 3 звезды не получили. Но пройдем ли мы вообще эту всю катку или нет? Да, навряд ли, мне кажется. Ой, молодец, паралич. Хорошо, хорошо, прям молодец. Отлично. Да, паралича, конечно, надолго не хватило. Сейчас посмотрим.
Да, новый герой не прокачанный. Поэтому... Блин, убили ее все-таки. Елки-палки. Мне кажется, сейчас всех убьют. Не, надо ставить обратно героя. Героя нужно ставить обратно. Все, убили. И мы ничего не получили. Никакого опыта. Да. Давай попробуем еще раз. Но поменяем героев. Ага. Так, это что такое? Мне не надо. Подожди. В смысле? Где? Вот катка. Так, начать. Так, берем, выбираем ее и ставим этого. Все, в бой. Ну, сейчас посмотрим. Этот у нас герой прокачанный, поэтому он должен получше все-таки себя вести. Все-таки мы должны выиграть, хотя бы выиграть, получить какие-то очки опыта, потому что даже если мы не выиграем... Так, давай этот быстренько защитимся. Слишком очень все сложно, видишь? Героя нашего конкретно уже подбили, не знаю. Давай подлечимся. Ну, вот лечение не особо эффективно было. Давайте стрелы. Не-не-не-не-не, ребята. Что-то как-то пошло не то. Что-то как-то не так пошло. Почему мы... Мы проиграем, скорее всего. Потому что лечение еще долго ждать. Все хорошо. Сейчас посмотрим. Нам главное подлечиться сейчас, срочно. Вот. Главное срочно нам подлечиться. Где же наше лечение? Алло, быстрее, быстрее лечение. Так, геройчика съели, и все. И он сейчас... Ой, да он, блин, чуть не умер. О, давай, давай. Есть, отлично, победа. Неожиданно. Я не думал, конечно, что мы выиграем, но это очень даже хорошо. Давай прокачаем героев. Прокачаем Астарота. Пламенный покров увеличим. И прокачаем вот этого Челдобреса. Так, что у нас тут еще есть? Вот этот уровень покрова увеличим. А, давай защитку сделаем сразу. Исцеляющий луч повысим. Вот. И можно святилище солнца тоже увеличить. Все. Хорошо, хорошо. Всех прокачали, кого возможно. Так, все, пара лечения тут. Ладненько, отправляемся. Что у нас здесь есть интересного? Так, арена. Арена мы еще пока не можем здесь драться. Ага. Ну, в принципе, все. Нормально. Ну, будем заканчивать серию. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех пока-пока.